Всем привет, с вами Пеннипрец, и это пятничный выпуск по Open кейсам на Case Battle. Не знаю, что сегодня меня здесь ждет, окупит меня сайт или снова сольет, да? Я лишь знаю одно, что сейчас я объявляю старт быстрого розыгрыша, а это значит, что завтра на субботнем стриме будет разыграно, вот будет разыграно 100 рублей, будет разыграно 100 рубасов, вот. И вы, наверное, спросите, а чё, какие 100 рубасов, показываешь 500? Ну, пацаны, нету у меня сатена, не оказалось у меня сатена, вот, не разменял я бабки, то есть что-то, блядь, подзапарился, в общем, рисовать не стал, в интернете искать не стал, показать что-то надо было, поэтому показал 500, но разыграно будет 100. Что нужно сделать, чтобы принять участие в быстром розыгрыше? Нужно быть подписчиком канала, нужно лайкнуть этот видос и написать комментарий минимум из 5 слов. Минимум 5 слов комментарий, лайк под видос и подписка на канал. Вот. И розыгрыш состоится при условии, если данный видос наберет 30 лайков. Я знаю, что мы это можем. Знаете, почему я знаю? Потому что прошлый наш видос, которым был старт быстрого розыгрыша, на бабки, кстати, на бабки, набрал 39 лайков. Я не стал завышать планку. Наберем 30 лайкосов, и я завтра разыгрываю на стримчике сатена. Это значит, кто-то из участников на 100 рублей станет богаче. Вот так. Да, ну и на стримчике надо будет набрать 20 лайкосов. Не наберем 20 лайкосов на стриме, Я очень огорчусь и ничего не смогу, к сожалению, сделать. Ладно, залетели на Case Battle, давай посмотрим, что будет. Я тут, оказывается, вспомнил, что в прошлый раз я все-таки забыл крутануть бесплатный кейс. Это меня очень сильно огорчило. Вот, а тут выпал проводник даже за 37 рублей. Ладно, ты пока пригодишься. Я, честно, даже не знаю, что. Давай, наверное, мы по традиции ебанем симплуху, а на оставшееся бабло, хуй тут остается-то там, не, ну это окуп, да, это по крайней мере окуп, так, мы тебя продаем, значит, ладно, чутка бабла подняли, получается, чутка подняли бабла, не так уж много, и все же, я даже не знаю, что крутануть, блять, какой из вас крутануть, Джерри, давай мы сейчас ебанем Джерри, может быть, пару разков, посмотрим, что у нас, Джерри этот, блин, фуфлыжный Джерри, да? А, нет, не фуфлыжный, окей. Ладно, давай тогда еще разок, раз ты меня купил. Разок тебя еще крутанем, посмотрим, что будет. Ну, это Фуфляндия, да? А, нет, блять, а что? Подожди, а отсюда скины по 105 рублей сегодня падают? Дай-ка я тебя буду по откату крутить, ёб твою ж мать. А, нет, за 21 тоже падают. Тогда валим отсюда нахер. Давай Аквамен. А что же, на что способен Аквамен? Джерри выдал 2 скина, а это не Аквамен. Аквамен ни на что не способен. Он оказывается просто беспомощным дном. О, Стимфа, да, 81. Ну ладно, он хоть что-то. Так, контракты. Давай контракты сделаем из 3 самых дешевых контрактов. 78 закидываем. Что получаем? 54 получаем, да. Ну, не так уж и плохо. Топливный стержень. Так, 16 рублей еще есть. А сколько сейчас на балансе? 346, да? Все, я окупился, можно съебывать. Да шучу, ёптать, шучу. Шучу. Давай, из Сильвера Элиты. Ну... Обас. 56. Так, нормалдос. 4 сотни сделали. Сделали 4 сотни, поэтому... Блять, ну, давай тогда так, снова залетим в симплуху, симпла, залетим, посмотрим, чё, ну, это хуйня, лучше б сувенирку снова дал, так, давай мы тебя сразу продадим, так, я, Джерри открыл 3 раза Аквамена, только 2, поэтому давай третий раз откроем Аквамена. Третий раз откроем Аквамена, и лучше б я этого не делал. Так, ладно, давай мы тебя оставим, Джерри. Так, что еще есть? Может быть, ну-ка, давай мы Бэтмена. Может, блин, Бэтмен все-таки исправился. Может быть, Бэтмен стал мужиком. Ну, я сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь, что Бэтмен стал мужиком. Так, а Саммер? Что у нас Саммер?
Бэтмен как был мышью, так мышью и остался. Ну и, в принципе, Саммер тоже. Уй-то, это что, меня все теперь начало бородить, да? На 125 рублей из скинов. Так, ну-ка, контракты. Короче, меня это бородить начало, походу, да? Ну, давай так, может, что-то 125 закидываем. Сколько получаем? 72. Огонь, блядь, прям огонь, да? Прям получаем огонь. А, что ж тебя... Что ж ты, падла такая? Ну-ка. Чё бы тут ебануть-то? Чума, хуйма, блядь. Может, надо было симпла еще разок ебануть? Не знаю, блядь, даже чё... Что ебануть? Так, давай мы тогда... Так, ну-ка. Так, сильвер-элиту. Давай-ка мы сильвер-элиту фастиком откроем. Ну, всякая, знаешь, хуйня. Короче, всякая хуйня падает вообще. Спираль 34. Так. Так, давай тогда контракты. Короче, самая дешманская. Закидываем на 15 рублей. Пишем. 23 выбили. Ого, блядь, окупились. Отлично. Отлично, блядь, окупились. Апгрейды. Так, чё, почудим с апгрейдами? Почудим с апгрейдами. Давай сперва сатен. Сатен. Тебя попробуем на сатен. Так, выберем. Ну, вот воин дорог. Раз и тебя. Пробуем два раза. Чё, у нас тут ни разу не залетело, да? Ни разу. Так, 23. Ну, давай теперь смотрим на две сотки. На две соточки поставим. Раз, два. Ну, по крайней мере, можно два скинчика на две соточки поставить. Ну, вот, давай вот посмотрим. Раз. Нет. Два. Зашло. Нет. Сучка. А был близко. И этот не зашел, да? Ох ты ж. Ах ты ж жаба-то такая. Не знаю, ребят, блядь, что-то... А, похоже, сливчанский опять, блядь, не хочется. Как бы это... А, о чем мы тут? 10%. Если это продать 100 рублей. На 100 рублей что я там смогу открыть? Два кейса. Два кейса смогу открыть, да, на 100 рублей. Или сделать апгрейды. Апгрейды, вероятность какова, что залетят? Хуй его знает. 350. Давай поставим. Азимчик. Азимчик на 10%. Ну чё, порадуешь? Порадуешь меня? Нет, не хочет. Не хочет радовать. Не хотит он радовать ни в какую. Ни в какую не хотит. Так, ладно, давай тогда тебя продадим. Продадим, похую. Кейс батл. Снова Джерри. Джерри. Посмотрим, что Джерри. Потом у меня на 2 есть директива. 23. Ну это ебань, все. Все, пизду. Это слив, короче, полный. Тут, блядь, кэмбэков на кейс батле не бывает. Ну как понять кэмбэков, то есть, ну вот. Кейс батл это не изи дроп, я еще раз повторяю. Тут вообще хуйня полная, короче. Хуйня полная происходит. Так, чё по баблу? 33 рубля, да. Ну, блядь, давай тогда в контракты. Посмотрим, что из этого можно сделать. Как хуйню какую сделать. 30, за 19 рублей. Ну, 19, юмп, гран-при, гран-при, бри. И мы тебя заставим в апгрейды. Ставим тебя в апгрейды на... Ну, давай на 2 сотки я тебя ставлю и нахуя отсюда уебываю, короче. Вот, снова прощальный оскал. И на этом будем заканчивать, я чувствую. Да ладно, блядь, да ладно. Ты чё, охуел, что ли? Так, стоять, значит... Две соточки мы сделали. Так, а если мы сейчас сделаем... Блять, а если рублей на 500 попробовать, то это с какой шанс у нас? Ага, на 5000, ебанися, дура. 500 рублей сувенир, дух воды, облом. А, чантика, сувенирка, второй игрок. Второй игрок. 38,65. Блять, я не знаю, продать или... Да похуй, давай, ебать тебя, нахуй. А вот это ГГ, ребята. Ну, вот и все. Вот. Я же сказал, сейчас мы это проебем. Значит, проебем. Ну, как бы он... Че, блядь, 5 копеек не хватает. Что-то. Ну, как-то так. Как-то так, блядь. Чудо не случилось. В общем, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.